добрались до самого главного Бирнского храма, точнее храма Пагоды, место паломничества, куда приезжают просто тысячи паломников. Здесь, на самом этом намоленном месте, конечно, как всегда, приоритет мужчинам. Свечку я еще поставить могу, а уже пролетает их подобраться к этому самому камню золотому. Сказали no lady. Вот, поэтому сюда все только Андрюшка сможет подойти, но так как он не верующий, не буддист, вот, в смысле нету. А я хотела прикоснуться к святому камню, но сказали нельзя. А так вообще, конечно, очень интересно, все золотое, все красивое, великолепное. И мы не жалеем, что мы сюда поднялись на такую высоту, 1200 над уровнем моря. Всем привет из Бирмы.